Книга о войне в дар Автограду. В Парке Победы состоялось торжественное вручение книги «Татарстан. Все для фронта, все для победы» районным и школьным библиотекам Челнов. В ней сотни историй татарстанцев о Великой Отечественной войне, собранные под одной обложкой, проект республиканского масштаба, подготовленный специально в юбилейный победный год. Набережные Челны получили порядка сотни экземпляров, а по Татарстану уже раздали более 1500 книг. В Челнах это первое в этом году столь массовое событие, посвященное юбилею победы в Великой Отечественной войне. К тому же собрало оно не школьников и студентов, а руководителей образовательных учреждений. В каждой из 10 глав книги воспоминания ветеранов республики и детей войны. А вместе с ними трудились преподаватели Казанского института истории имени Марджани. Очень плотно уже начали работать в течение полугода, потому что мы собирали документы, как я сказала, из Москвы привезли. Мы привезли документы со всей республики, со всех районов, ездили сами к ветеранам. Есть была у нас команда, которая выезжала с интервью. В книге можно найти документы военных лет не только Казани, но и всей республики. Черпали информацию и из кинолент, привезенных из Москвы, а также видеосюжетов Российского архива кинематографии, а также сами записывали интервью с ветеранами. Все это можно будет посмотреть, найдя в книгах специальные QR-коды. Особенно большая ценность, что в этой книге рассказывается именно о подвиге народов, которые жили на территории Республики Татарстан. Наша молодежь обязательно должна знать, чего стоила нам эта война, понимаете? Эта война, это горе, это страдания. И обязательно помнить, как говорится, чтобы у нас под коркой, в голове, в генах это все осталось. В ответ Автоград передал в Государственный архив республики собственную книгу с письмами победы, которые писали ученики челнинских школ в этом году. Подарок из республики они смогут прочесть в новом учебном году, а жители Автограда найти его в городских библиотеках. Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Челны 24.